Павел, приветствую вас. Добрый день, Сергей, добрый день. Ну что, у нас определились финалисты Еврокубков. Очень интересные получились матчи. В целом у вас какое впечатление? Что бы могли сказать? То есть по вот этим всем полуфиналам. Сначала в целом вопрос. Ну, я думаю, что есть закономерность то, что Реал Мадрид в финале. Это мы, скажем так, ожидали, предсказывали. Вот. А вместо Манчестер Сити, я думаю, что это большая неожиданность, вышла Боруссия Дортмунд, поэтому это первая, наверное, такая, скажем так, вот неожиданность. Что касается других финалов, ну, наверное, есть такая приятная неожиданность для этих клубов. Это так касается Аталанты и Олимпиакоса. Они первый раз в своей клубной истории вышли в финалы европейских кубков. Вот, наверное, вот это можно отнести к неожиданностям. Ну, давайте тогда с Дортмунда и начнем. Да, что такое есть в этой команде, как вы вторую игру оцените? Все-таки я посмотрел, но ожидания были такие, что все-таки ПСЖ свое возьмет. И по игре это было видно, что они, ну, и штанги, и перекладины обстучали, и моменты у них были. И, ну, вот что ваша точка зрения, что это было? Ну, я думаю, в первую очередь, сумасшедшая мотивация, дисциплина и желание этой команды, скажем так, во что бы то ни стало, выигрывать каждый матч. Небольшое везение, это касается сетки, в которую они попадали. Вот, это в первую очередь. Ну и, конечно, наверное, все-таки они вот после игр с голландским ПСВ, вот, я думаю, что они все-таки прибавляли в игре, от игры к игре. Поэтому я думаю, что, скажем так, если мы будем брать игру с ПСЖ, то, наверное, ну, наверное, они заслужили это, заслужили. Может быть, не всегда, скажем так, красочной игрой, но они заслужили своей игрой, своей дисциплиной, как они тактически сыграли. Поэтому я думаю, что они уже выиграли свой финал Лиги Чемпионов. Павел, а что вы имеете в виду, как они тактически сыграли? Что такого было? Ну, потому что тактика тактикой, но моменты-то у ПСЖ возникали регулярно, они вполне могли забить нужное количество голов. Ну, видишь, опять это есть такого своего рода везение. То есть они играли и с Атлетико Мадрид, и с ПСЖ. Конечно, ПСЖ не та команда, которая, скажем так, однозначно должна была выигрывать у Боруссии Дортмунд. Тем более мы говорили о Мбаппе, который так и не смог в Лиге Чемпионов вот последний раз ПСЖ показать свой, скажем так, настоящий уровень. С чем это связано? То есть в ментальном плане то, что он уходит из клуба, да, это, как говорится, тяжело нам уже, как говорится, судить, но, во всяком случае, мы не увидели Мбаппе, которого мы знаем, да, и который, конечно, показывал на протяжении своей еще не совсем, скажем так, длинной карьеры хороший и другой уровень футбола. Вот. Ну а Боруссия Дортмунд, естественно, они играют грамотно, играют, скажем так, от обороны. И вот, ну, Хюммельс, игрок, который, скажем так, больше должен обороняться, и который это очень хорошо делал, особенно во второй игре, он очень хорошую сыграл роль вот, в победе Боруссии Дортмунд в двух матчах. И то, что Боруссия Дортмунд в финале, это, конечно, тоже большая его заслуга. Павел, ну по поводу Мбаппе все-таки, да, вы коротко коснулись, я бы хотел подробнее об этом поговорить, что на ваш взгляд случилось, потому что, ну да, дошли до полуфинала, но Мбаппе здесь, ну, не тащил, скажем так, аккуратно. Ну, ты же понимаешь, это футболисты же это люди, мы с тобой говорили в плане психологии, в плане ментальности, мы не знаем, как он себя чувствует. То есть в последнее время он играл не только, скажем так, не очень хорошо, но Луис Энрике часто его менял, что раньше было вообще, скажем так, ну, неприкасаемым, да. Все это играет на футболисте, когда он не может на 100% показывать свой уровень, да, а, допустим, на 70 или на 80, вот тогда и получается, что вот эти мячи попадают в штангу, отскакивают в поле или отскакивают, скажем так, на угловой, или в аут, а не в ворота. Поэтому вот эти вот маленькие вот эти вот нюансы, вот эти вот доли процентов везения, да, это было и в других матчах, допустим, тот самый же Реал Мадрид, Боруссия, Бавария, Мюнхен, да, вот, и то же самое Мбаппе. Конечно, этот игрок, который не то, что должен решать, а который должен, конечно, по-другому себя проявлять в таких играх. Но, к сожалению, вот ПСЖ, ну чего-то не хватало, то есть не хватало именно той мощи, которая бы могла
задавить Боруссию, как это сделал Реал Мадрид в последние полчаса или во втором тайме против Баварии. Поэтому и везение было на стороне Дортмунда, то есть много штанг. В итоге это им помогло оставаться в игре. И это их только стимулировало, естественно, давало больше уверенности. И в результате они прошли и будут в финале. Павел, по поводу Дортмунда, вот я бы хотел спросить о тренере и о том, как играет команда. Вот как вы оцениваете, ну, все-таки сезон у них в Бундеслиге получился неудачным, но вот сейчас прям супер, финал Лиги Чемпионов вышли. Что вы скажете о них? Ну, это такая же самая приблизительная история, как и у Баварии Мюнхен. То есть команда понимает, что это очень большой шанс, тем более, скажем так, соперники, которых можно проходить. И здесь уже и футболисты, и команда, она сама уже настраивается. Естественно, когда повезло, когда ты проходишь одну стадию, попадаешь в другую, то сразу какие-то разногласия, если они были, да, вот вокруг тренера, допустим, на протяжении сезона, там уволят или не уволят, да, вот, то быстро все меняется, и футболисты, и тренер, они начинают уже, как говорится, объединяться, уже другая атмосфера внутри команды, больше уверенности, и тренеру уже нравится, игрокам, и игроки тренеру нравятся, и клубному руководству, и в итоге проводит к тому, конечно, немножко с везением, потому что я думаю, что если бы Боруссия попала под Манчестер Сити или под тот самый же Реал, я думаю, что это было бы очень тяжело им пройти дальше. Вот. А вот этих вот соперников, так, скажем так, хорошего европейского уровня и не более на сегодняшний момент, все вот это вот им помогло, то, что они как команда, они добились такого, естественно, ну, великолепного, фантастического результата по этому сезону для Боруссии. Но при этом смотрите, что получается. То есть от них по окончании прошлого сезона уходит Биллингем, они там зарабатывают на нем, по-моему, чуть больше 100 миллионов евро. Но так, по результатам они проседают в Бундеслиге, а в Лиге Чемпионов идут далеко. Почему? Ну, мы с тобой говорили, Бундеслига же это длительный чемпионат. И когда сезон, скажем так, не удался, да, то, естественно, на тебя давит вот этот груз негативный, опять какие-то разногласия в команде и тренер под давлением, да. А здесь есть турнир, который проходит рядом, да, Лига Чемпионов. И когда ты проходишь одного соперника и потом опять играешь там через 2-3 недели, то есть совершенно другой настрой. Ты прекрасно понимаешь, что это совершенно другой турнир. В принципе, ты на нем стоишь, скажем так, на вершине этой таблицы. Я имею в виду про Лигу Чемпионов. Если в Бундеслиге ты идешь там на третьем или на четвертом месте, и тебе не светит ни чемпионство, даже второе место, а может быть и третье. Вот. А здесь ты опять, у тебя игра опять Лига Чемпионов, и ты настраиваешься заново, тем более, если первую игру команда отыгрывает хорошо и выигрывает, то опять мотивация зашкаливает, и понятно, но здесь, понимаешь, здесь совершенно по-другому играют футболисты, поэтому здесь сама Лига Чемпионов, и когда команда удачно играет, она играет очень, очень большую роль в плане настроя, как эта команда, ну, вообще сплачивает. Потому что я говорю, что, ну, в принципе, с ПСВ была невзрачная игра, да, в двух играх. И с Атлетико Мадрид было очень много ошибок. А вот потом команда начала прибавлять больше уверенности в себе. И вот в итоге мы увидели, что прошли ПСЖ тоже. Слушайте, история с Марко Ройсом, которая объявила об уходе из Боруссии. Что вы думаете? Время пришло, то есть он заканчивает, он куда-то еще уходит. То есть как вы оцениваете роль этого футболиста в составе команды? Ну, конечно, это футболист, который, ну, практически всю свою карьеру отыграл очень долго в Дортмунде, да, и, ну, наверное, хороший жест со стороны тренера, опять это когда есть такая возможность и на позитиве, и когда команда близка к выходу в финал, вот он получил опять игровое время, да, это такое немножко сравнение с Модричем, да, вот, и тут, то есть, в принципе, такой футболист, если он принимает свою роль, он может остаться еще на один год. Но если, допустим, он решит, что время подошло, как ты говоришь, значит, время подошло. Хотя, если футболист сам согласен с такой ролью, он всегда может помогать команде. То есть, если даже не на поле, то вне поля. Но он должен быть согласен с ролью, скажем так, игрока замены, который будет выходить в каких-то матчах там, на 20, на 30 минут. А может, в каких-то играх и побольше. Поэтому тут, ну, как говорится, все зависит от него, от его амбиций и к чему он готов. Угу. Понятно. Павел, ну, по поводу главного матча Реал-Бавария, что, на ваш взгляд, это было? Все-таки, ну, то есть мы можем сказать, что
эту игру проиграл Нойер, да, потому что все-таки, когда остается там чуть больше 10 минут, такую ошибку совершить, или вы другого мнения? Ну, ты понимаешь, наверное, все-таки вот это выражение, что вот, ну, нету случайности или везения, все-таки везет сильнейшим, да. И, естественно, Реал Мадрид был, ну, намного сильнее Баварии, и Реал Мадрид намного больше хотел победить, допустим, скажем так, не тянуть до дополнительного времени или до пенальти, да. Что касается Мануэля Нойера, то он, в принципе, очень отыграл хороший матч до вот этой вот ситуации со скоком мяча, и когда он его отпустил, и когда, в принципе, Реал, вот, наверное, такой самый-самый такой болезненный удар сделал во всех отношениях, забив первый мяч, да, вот, потому что если бы не великолепная игра Мануэля Нойера, я думаю, что могло бы все бы решиться бы и в первом тайме, да, вот, и я считаю, что здесь большая разница, что Реал Мадрид очень хотел, и у них были для этого возможности, у игроков, которые были на поле, и игроки, которые вышли на замену, да, это подтверждает, скажем так, ну, какое-то 15-минутное присутствие нападающего, который вышел, да, и забил два мяча. А Бавария все-таки, вот забив вот этот гол на контратаке, в реаловском стиле, да, на контратаке, повела 1-0, и мне кажется, здесь сыграли негативную роль, или, во всяком случае, он не получилось у него освежить игру заменами Тухеля, и Бавария просела в момент, когда Реал начал набирать такие обороты, тем более поддержка стадиона, но это сумасшедшее давление, и поэтому тяжело, конечно, Баварии было вот выдержать, потому что в этой ситуации надо проводить контратаки. А когда ты поменял Сане, когда ты поменял Харикейна, поменял, выпустил Томаса Мюллера, то есть игроки, которые не обладают скоростными качествами, да и вообще вся команда подсела. Поэтому я считаю, что здесь есть и вина тренера в том, что Бавария не выдержала этот натиск и проиграла игру. Ну а Реал Мадрид, конечно, показал, что у них есть еще обороты, что у них есть еще потенциал, и они могут спасать такие игры. Павел, ну по поводу замен я хочу спросить, но все-таки а тогда для чего Тухель это все делал? Ну, это мы, конечно, должны Тухелю позвонить. Но тут, понимаешь, он хотел сделать, чтобы, так скажем, засушить игру и удержать счет. Но я считаю, что когда такая игра, и когда такое идет давление, и когда Реал Мадрид, конечно, ну, очень-очень душил Баварию, то это нелогично, когда ты выпускаешь таких игроков, которые не обладают, допустим, так скажем, скоростными качествами, да и молодостью, потому что вышли, скажем так, два возрастных футболиста. И поэтому, естественно, команда еще больше прижимается к своим воротам. А в этой игре, ну, как и весь Реал Мадрид, и Винисиус был, конечно, хорош. Он, наверное, немножко заменил роль Мбаппе. Вот, несмотря на то, что все-таки Бавария играла низко, он все-таки, наверное, Кимиха раз 5 или 6 за эту игру обыгрывал. Поэтому моменты назревали и назревали. И вот после очередного прохода, то есть забили второй гол, да, после контратаки с фланга, да, а у Баварии не было уже ресурса и игроков, которые могли бы использовать эту ситуацию. Да, этот курьезный момент с отменой гола или, скажем так, быстрого очень фиксации положения вне игры. Вот. Но еще раз я говорю, что в этой ситуации повезло сильнейшему. Я считаю, что Реал Мадрид справедливо прошел дальше, если мы будем брать и Павел, я смотреть вернусь, как чисто. бы, вернусь к истории с Нойером. Вы понимаете, что он хотел сделать? У вас нет ощущения, что вот в эпизоде с первым голом он уже хотел как-то быстро продолжать атаку? Или удар все-таки был не так прост, как нам кажется? То есть там был отскок такой от земли, вот это все. Нет, удар был 100% не так прост, как нам кажется. Я думаю, что почему ты так думаешь, почему ты задаешь такой вопрос? Я думаю, что, скорее всего, Мануэль Нойер хотел технически исполнить и пойти на мяч, чтобы этот отскок был намного легче для него. Вот я так думаю, что он не успевал к этому мячу, чтобы поймать его с воздуха, но хотел сократить полет отскока. Поэтому я так думаю, что автоматически он двигался на мяч, автоматически, ну, своим телом, и неудачно его поймал, потому что, ну, в этой ситуации есть только два момента. Или ты его просто сознательно отбиваешь в сторону,
и тогда не надо его ловить, или ты должен его, как говорится, ну, мертво ловить, чтобы он не отскочил. И, естественно, со стороны смотрится это, как говорится, для такого вратаря, как детская ошибка, но с другой стороны подача, которая крученная в ворота, и перед тобой мяч отскакивает, это непростой очень мяч, непростой. Тем более, я говорю, что, опять-таки, сумасшедшее давление, атака за атакой, поэтому, конечно, эта ошибка, она очень дорого обошлась Баварии, потому что не исключено, что если бы Бавария не пропустила этот мяч, то, ну, во-первых, Реалу было бы тяжелее в ментальном плане, потому что счет бы оставался бы 1-0, да, и не знаю, не хочу сказать, что Бавария бы дотянула бы до победного свистка и выиграла, потому что давление было сильное, и Реал прибавлял и прибавлял, Реал не соглашался с этой, ну, скажем так, ролью проигравшего, но, тем не менее, это, конечно, ошибка, она сыграла очень большую роль для Баварии. Павел, как вы оцените в этом матче роль Винисиуса и Беллингема? Ну, Винисиус сыграл очень хорошо. И я считаю, что игра его была, конечно, очень такая результативная. Он постоянно дергал, открывался, проходил, несмотря на то, что там Кимих играл против него вместе с Матайсом Делихтом. Где-то в первом тайме получалось у Делихта его подстраховывать. Потом он их двоих обыграл. То есть это, конечно, ну, это, скажем так, большое было такое оружие Реала Мадрида с левого фланга. Поэтому он отыграл хорошо эту игру. Сделал большой вклад в победу Реала. Если, допустим, не сам какими-то результативными действиями, но именно своей игрой, активностью и проходами создавания опасных моментов с флангу, конечно, он провел хороший матч. Беллингем, как мы говорили, я считаю, что, ну, по этим играм, ну, не знаю, может быть, он выдаст сумасшедший финал, вот, то есть он пока что не показал то, что он игрок, который претендует на большие награды как футболист в отдельности, вот, но я думаю, что у него все впереди, поэтому он больше, конечно, отрабатывал, работал на команду, тоже старался, то есть он провел игру на нормальном, хорошем уровне, но не более. Вы упомянули Де Лихта, да, вот что вы скажете по поводу эпизода в концовке, то есть, потому что уже появились доказательства о том, что гол был, то есть понятно, что там, если бы не было свистка, может быть, и защитники иначе бы сыграли, и Лунин бы точно как бы на прямых ногах не как бы реагировал на мяч. Вот ваша точка зрения на этот эпизод? Ну, ты же понимаешь, мы можем философствовать, почему это произошло, почему польский арбитр там поднял, свистнул против немцев или против Германии, да. Ну, сам факт, что этого делать было нельзя. И по правилам, то есть этот момент доигрывается, потом уже поднимается или флажок, или свист. И часто мы раздражаемся, когда атака идет, там секунд 30, а потом только флажок поднимается. А в этой ситуации, то есть он, как говорится, как по команде дал отмашку, да. И понятно, если бы мы этот момент, скажем так, очень скрупулезно не разбирали, а если бы дали бы доиграть, да, опять мы не знаем правильно, как ты говоришь, как бы сыграли бы защитники, как бы готовился к этому удару Лунин, и был бы ли вообще гол, да, а если бы все вот так произошло, как произошло, то, ну, наверное, было больше бы разбирательства ВАРа по поводу положения вне игры. Но, то есть, ошибка судейской бригады и главное, бокового судью, это налицо. Ну вот, вы согласны с такой трактовкой, я смотрю, она присутствует, что, ну, просто ограбили Баварию? Ну, ограбили, наверное, нет. Ограбили, понимаешь, если бы был бы 100-процентный пенальти, да, и его бы, допустим, не дали. Здесь опять такой спорный момент, потому что игроки Реала, они 100% видели жестикуляции судьи. Поэтому у них, естественно, ну, была остановка в игре. За счет этого, скажем так, без помехи пробил Матайс Делих, который это очень хорошо сделал. Вот. И опять совершенно другая концентрация Андрея Лунина. Да, потому что если бы не было вмешательства судейской бригады, то, может быть, и гола бы не было, и вообще не было бы этих разговоров. А так как судейская бригада, она повлияла на то, что Реал Мадрид расслабился, мы увидели гол. Из-за этого вся дискуссия, что Бавария забила,
Бавария забила, потому что если Бавария не забила, то не было вообще никаких разговоров. Поэтому сказать, что так откровенно ограбили, нет, наверное, это все-таки, наверное, будет очень, громко сказано, да. Но то, что, грубая судейская ошибка, которая повлияла за, скажем так, апелляцией недовольства, естественно, немецкой стороны, это логично. Поэтому это грубая ошибка в полуфинале, которая в любом случае, не красит уровень судей, которые, в принципе, особо ошибаются очень часто, очень в больших ответственных матчах. Ну, наверное, у них такая профессия, они тоже люди. Павел, по поводу Баварии, вы сказали, давление большое, но реально команда же там в конце матча выглядела, просто мальчиками для битья. Почему так получилось? Гнабри заменили очень рано, да, то есть опять тактические замены, да, то есть это нарушает план игры команды. Это выходит другой футболист. Потом вот эти вот неудачные замены Тухель, я считаю, и в плане игроков, которые, ты же понимаешь, и Мотинг, и Мюллер – это игроки, которые бы могли бы, допустим, больше помочь около штрафной. Если бы Бавария, допустим, бы давила бы, и соперник дал бы ей прессинговать, доминировать с мячом, то это бы, было бы логично, и, может быть, было бы полезнее, да? А когда здесь надо обороняться, и каждый метр поля очень важен, да? Как команда работает без мяча, как они подстраховывают, какие расстояния у них между игроками, между линиями, да? И потом выбегать в контратаку, то есть, эти игроки не могли по этой игре усилить. Конечно, могло получиться, могло пронести, но логично, я считаю, что эти вот замены были, нецелесообразными, неправильными. Кто сидел на скамейке и кого можно было выпустить вместо этих игроков, это уже, как говорится, руководство Баварии, они, наверное, до сих пор обсуждают, думают или говорят, или скажем так, Тухель считает, что он прав, но я считаю, что это сыграло очень большую роль, что Бавария еще больше подсела. Понимаешь, команда подустала, потому что Реал Мадрид выглядел намного свежее и доминировал, но Реал Мадрид больше хотел, поэтому было видно, что команда и стадион просто были не готовы, и, так скажем, кровь из носа, они были уверены, что они выйдут в финал. Они не могли проиграть дома в Мадриде, в Испании и вылететь из Лиги Чемпионов. Павел, вы упомянули Де Лихта, но этот парень, да, из Аякса пришел в Ювентус. Недолго он там проиграл, был перепродан сюда, в Баварию. Что вы о нем думаете? Это футболист, который на очень ранней стадии своей карьеры играл уже на хорошем уровне и уже знает, как обыгрывать таких соперников у них дома в Амстердаме. Первый его трансфер был, и, скажем так, европейский опыт действительно в Италии, в Ювентусе, в клубе, который играет не очень, скажем так, такой зрелищный атакующий футбол, к которому он привык в Аяксе. Ему было непросто первое время, но я думаю, что в Италии он все-таки получил, наверное, неплохую школу именно защитника, да, и в этой игре он себя хорошо проявил и хорошо играл, вот. В свои годы в Голландии, в Аяксе, да, он часто, естественно, подключался к атакам, хорошо очень играет головой, особенно когда в атакующих действиях. Удар очень хороший, то, что вот он и показал этим забитым отмененным голом. Поэтому я считаю, хороший защитник европейского уровня, который, наверное, к счастью, Баварии вовремя вылечился. Если бы он не вылечился, было бы еще тяжелее. Еще тоже непонятно, когда вышел наш этот южнокорейский друг во втором тайме слева в защиту, а Мазруи, который играл в защите, пошел играть, скажем так, в роли крайнего нападающего. Поэтому такие перестановки, такие замены с Реал Мадридом, они хорошо не заканчиваются. Угу. Понятно. Павел, по поводу Реала, все-таки приходит Мбаппе. Вы видите место, где он будет играть, позицию? Ты знаешь, как играет Реал Мадрид и вот эти все футболисты, которые там собраны, да, и зная, скажем так, мудрость и человеческий подход, качество менеджера Карло Анчелотти, я думаю, что он найдет всем место. А как он будет играть, он может и в центре играть, то есть, естественно, с флангом может играть. Это все будет зависеть от того, как они будут взаимодействовать. Будут ли они с тремя блуждающими нападающими играть или с двумя. Поэтому я думаю, что Реал Мадрид
в лице Мбаппе получает, ну, великолепного футболиста, который еще их усилит и сделает их на следующий сезон еще сложнее для соперников. И шансы у них выиграть 16-ю Лигу чемпионов только увеличиваются. Поэтому выбор просто будет намного больше. Потому что если мы берем, допустим, сейчас вот героем этого матча был игрок, который, ну, скажем так, не отличается, и нельзя сравнить его карьеру с Мбаппе, который, кстати, имеет там какие-то корни с Германии и выбил Баварию. Да, он, видишь, отыграл, наверное, побывал, наверное, там в 6 или 7 клубах своей карьеры, да, и не в самых топовых клубах Европы, да, и Мадрид, а сейчас даже... Реал, да. Да, по-моему, Мадрид даже в аренду его взял, насколько я понимаю, да. Вот, то есть, понимаешь, если бы был Мбаппе сейчас в составе Реал Мадрида, то, может быть, Мадрид бы не прибегал бы к помощи такого футболиста. Поэтому выбор и состав Мадрида станет еще сильнее, и, естественно, они будут еще опаснее в нападении. Поэтому я считаю, что Мадрид очень хорошо усилится, и у Карло Анчелотти будет очень хорошая группа игроков, которую он может варьировать. Это касается и Тони Кросса, и Модрича, если он останется, скорее всего. Поэтому, ну, команда, которая сама знает практически на поле, что делать. Павел, по поводу финала, вы видите шансы у Дортмунда? Ну, Сергей, понимаешь, футбол же и приятен тем. Мы не видели Дортмунд вообще в финале. Да? И, наверное, все-таки, если мы смотрим, опять оглядываемся на все сыгранные матчи, то опять, наверное, самый привлекательный и желанный финал для всех болельщиков – это Манчестер Сити и Реал Мадрид. Но, к сожалению, так не произошло и не получилось. Тем и интересен футбол, что он неожидан. Поэтому ну, я считаю, что если мы рассматриваем команды и взвешиваем все плюсы и минусы, у Дортмунда вообще нету шансов вообще. Вот. Но это одна игра, и все может произойти. И ты же представляешь, если Хумлс на 75-й или на 82-й забьет опять головой, то один раз может получиться, что 15 минут команда может дотерпеть или выдержать. Но опять, то есть у меня, ну, 80% за Реал Мадрид и каких-то там 20% для Дортмунда. То есть я так это вижу. Но опять, чудеса бывают в футболе, и за это мы его очень любим. За это самая популярная игра в мире. Да, Павел, теперь про другой Еврокубок. Да, история с Байером продолжилась. То есть они уже там на самом флажке компенсированного времени сумели отыграться, и несчастная Рома даже не выиграла, да? Вот что скажете по этой игре? Мы с тобой говорили перед ответными матчами. Ливеркузен, конечно, проходит сумасшедший сезон. И выход в финал Европейского кубка, он только это подтверждает. И что команда очень много забивает после 85-й минуты. Да, было такое немножко напряжение за счет вот двух пенальти, но все равно я не сомневался, что сенсации не произойдет, и Ливеркузен пройдет дальше. Поэтому команда на ходу играет в очень хороший, агрессивный, атакующий футбол, психологически уверена в себе. Тем более при ситуации, когда уже счет был 2-1, Роме ничего не оставалось делать, как атаковать, раскрываться. И это, ну, отличная ситуация для Ливеркузена. Вот то, что должна была сделать Бавария с Реалом. Они провели хорошую контратаку, кстати, не одну. И сделали так, что они не проиграли опять. И не проиграли до сих пор ни одного матча. Поэтому тут, в принципе, для меня все ясно, хотя была небольшая такая интрижка, но Ливеркузен все расставил по местам. Ну да, то есть и теперь финал Байера-Аталанта. То есть как вы смотрите на это противостояние? Способна ли Аталанта здесь побиться? Ну, конечно, способна. Я считаю, что Аталанта немножко чуть-чуть другая команда. Другая команда поинтереснее в линии атаки, есть чуть-чуть побольше креативных игроков. И, скажем так, это же итальянская дисциплина, игра в обороне. Опять-таки, это финал, одна игра. Цена ошибок здесь очень-очень дорога, потому что это всего лишь одна игра. Да? Вот. Я думаю, что, несмотря на то, что Ливеркузен в этом сезоне очень хорошая команда, и
в прекрасной форме, и можно так говорить, что они фавориты, потому что они стали чемпионами Германии. Но опять-таки в финале все это забывается, это не учитывается. Опять-таки это будет сама по себе совершенно отдельная игра, как мы с тобой разбирали Боруссию Дортмунд, почему у них получается в Лиге чемпионов, да, или тот самый, та же самая Бавария. Поэтому то же самое касается и Аталанты, да, которая тоже впервые в своей истории вышла в финал Европейского кубка. Я думаю, что они не захотят на этом остановиться. Они, наверное, все-таки захотят один раз этот кубок привезти домой. Ну да, ну то есть я правильно понимаю, Павел, что в этом противостоянии вы ставите именно на Байер? Ну, чуть-чуть, да, немножко. Хотя, Сергей, тяжело очень, тяжело, потому что две хорошие команды, и это, ну, финал Европейского кубка, одна игра, поэтому настолько тяжело это предсказывать. Хотя, если я смотрю, как играют команды, да, то, скажем так, ну, немножко предпочтения, глядя на стиль команды, сколько она забивает, как она физически готова, да, то есть чуть-чуть у меня предпочтение, или я думаю, что Ливеркузен может победить. Да, Павел, ну и последняя на сегодня, это Лига конференции, где Фиорентина прошла Брюгге, Олимпиакос прошел Астон Виллу. Ну вот Олимпиакос для меня, честно говоря, главная сенсация, как для вас. Ну, не только Олимпиакос, но и их тоже, так скажем, 30-летний нападающий из Марокко, тоже он удивил все-таки забить, по-моему, 5 забить Астон Вилле, которые очень успешно и хорошо выступают в английской премьер-лиге. Это многого, конечно, стоит. Эл-Кабиби, наверное, да, если я правильно говорю. Да? Вот. Я, конечно, ну, с большим интересом ждал второй игры, и мне все-таки казалось, что Астон Вилла захочет что-то сделать и исправить еще эту игру. Ну, когда Олимпиакос первый забил, и все, естественно, шансы и надежды, они развеялись. Поэтому я считаю, что это очень хороший результат Олимпиакоса. Опять-таки, команда сделала исторический шаг, то есть впервые в финале Европейского кубка. Это второй греческий клуб, который играет после Панатинайкоса, кстати, в финале Европейских кубков. Поэтому они это заслужили. Фиорентина – вторая команда Италии. Итальянский футбол все-таки представлен двумя клубами, поэтому это тоже неплохо, хорошо. Поэтому все футбольные нации, ну, практически, да, кроме англичан, то есть они вот здесь. Ну вот про англичан интересно, да, то есть Астон Вилла был последний шанс, и не прошли. С чем вы связываете это? У вас нет ощущения, что все-таки, ну, это лишнее доказательство того, что для них главное свой чемпионат, это Еврокубки немножко по боку? Ну, я не думаю, что так по боку, потому что в прошлом году та же самая Фиорентина играла в финале, с Вестхэмом проиграла, Вестхэм дошел до финала и выиграл, да. Вот, я думаю, что все-таки напряжение этого чемпионата, усталость игроков, она тоже играет большую роль, потому что чемпионат очень тяжелый, напряженный, длинный. Несколько кубков внутри страны проводятся, поэтому это тоже играет роль. Ну и какое-то может быть, ну, не, может быть, недооценка или недонастрой на первую игру, которая, конечно, была такой крусиальной, да, для Астон Виллы, потому что они должны были сделать подвиг. Я думаю, что они, как команда, в принципе, могли это сделать, но было очень тяжело, когда ты проиграл дома с таким счетом, и когда, ну, во второй в ответной игре ты опять пропускаешь первый. То есть это, ну, морально сильный очень удар по психологии команды. Ну да, Павел, хотя играли, ну, скажем так, все основные футболисты, то есть мы не видим такой, скажем так, недооценки или откровенно непренебрежения к европейскому турниру. Понятно, для Астон Виллы очень важно, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это очень важно. И они, естественно, на это настраиваются. Но мы не видели, что там играла какая-то команда Б, там, или многих футболистов не использовали в этих играх. Поэтому так со стороны тяжело, ну, конкретную причину или правильную назвать. Да, Павел, ну и давайте прогнозы. Все-таки у нас финал Реал Дортмунд. Что скажете вы, кто выиграет? Ну, здесь выиграет Реал, Аталанта, Ливеркузен. Думаю, что Ливеркузен немножко имеет предпочтение.
И Фиорентина, Олимпиакос, я думаю, Олимпиакос, то есть будем надеяться, что у этого нападающего Порох еще останется, и он в финале сыграет вот такую роль, которую он сыграл против Астон Виллы. Ну, то есть вы ставите на Олимпиакос. Да. Сильно понятно. Павел, спасибо большое. Тебе тоже хорошего дня и хороших матчей в российском чемпионате. Там тоже очень жарко в ближайшие недели. Да. Спасибо, счастливо. Всего хорошего, приятного дня.